столице края снова продлили режим неблагоприятных метеорологических условий. На этот раз до 7 часов вечера 20 января. Так сообщается на сайте Среднесибирского управления гидрометцентра. Напомню, такой особый режим держится в краевом центре с 1 января. Как сообщалось накануне, исследования специалистов Роспотребнадзора выявили в атмосферном воздухе Советского района превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду почти в 1,5 раза. Кроме того, было зарегистрировано превышение и по фенолу на улицах Тельмана и Чайковского. А по взвешенным веществам, иначе говоря, пыли на Матросово и Красномосковской. Однако случаев высокого экстремального высокого загрязнения не зафиксировано.